Со вкусом, но совсем не скромно. Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева сыграла такую свадьбу дочери, что сначала на ушах стоял весь регион, а теперь о торжестве известно и далеко за его пределами. Праздник вел Николай Басков. Для молодых пели Вера Брежнева и Иосиф Кобзон, а первый танец жених и невеста исполнили под живой вокал Валерия Меладзе. Счастливчики, которые были приглашены на этот праздник жизни, делились в соцсетях фотографиями со звездами эстрады. Исполнители пели не только песни, но и дифирамбы. Особенно нахваливали маму невесты Елену Хахлеву. Мама, будьте бабушкой. Мама, еще огонь. Какой огонь, что Краснодар горит. Известный адвокат Сергей Жорин подсчитал, что на торжество краснодарская судья потратила 2 миллиона долларов. Неудивительно, что местные жители называют Хахалеву «золотым замом». Согласно декларации о доходах, которую предоставила судья, за прошлый год она заработала чуть больше 2,5 миллионов рублей. Получается, что копить на такое торжество судье Хахалевой надо было больше 50 лет. Эта свадьба за 2 миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы, это плевок вам в лицо. Нет, всем нам. Это не свадьба детей олигархов, это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя. Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по 8 часов каждый день. Утритесь, коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде. Судьями, со всем этим. Никогда в жизни. Они однажды должны дать волю тому, что они живут здесь, здесь и сейчас. У них здесь и сейчас майбахи должны быть. У них здесь и сейчас должны быть свадьбы, так, как будто они миллиардеры из Голливуда. Понимаешь? Они здесь и сейчас должны жить, потому что жизнь коротка, мать. Да. Жизнь коротка. Сколько этой Хахалевой или Хахалевой или Хахалевой, или как ее звать? Да. Сколько ей лет, объясни мне. Сколько? Я тебе объясняю. 21. Если она выдает дочь замуж, а родила в 25, то ей 50. Да, как раз. 50, мать. Перестать стесняться. Пора того, перестать что стесняться. О тебе люди, правильно? Да. Я тоже хватит. Уже чувствую что-то такое. Хватит ходить, сжать ягодицы. Абсолютно все равно, люди, да. Расправьте плечи, харкните в лицо своему народу, харкните в лицо прессе, харкните в лицо, значит, сказать там, демократическим структурам. Пора харкнуть, пора больше... Пернуть им туда, по носу пустить, в лицо, по носу. На, мразь, на струю, на, соси, тварь, мразь, паскуда, на. Мы же судьи, мы же силовики, мы же СКР, мы же крутые, попробуй правильно? Тронь. На, лизни, говно, на, лизни. Правильно я говорю?